Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Satisfactory. В данный момент как раз таки бежим расставлять буры. Буры я набрал специально, то есть покрафтил себе для того, чтобы сейчас можно было поставить их в различные места. Разумеется, первое место я, наверное, использую для известняка, там, где у нас известняк стоял. Ну, помните, место мы в прошлой серии с вами ходили. Я вот не знаю, насколько здесь высота бьет. Ну, в принципе, с такой высоты можно прыгать, видишь, тебя не убивает, хорошо. Вот я не люблю просто, когда метр ты падаешь, тебя очень много урона наносит. А здесь даже меньше... Нет, здесь метра два. Ну, метра два здесь просто не должно огромного количества урона, в принципе, наноситься. Так что я вижу в этом смысл, то, что мы не получили урон. Я этого и хотел, в принципе. Так, смотри, у нас здесь как раз-таки известняк. Нам нужно эту штуку сюда и поставить, возле известняка. То есть он будет добывать, и нам нужно будет также с вами транспортные дорожки эти все ставить. Это, разумеется, тоже очень важный процесс во время того, как мы будем все это строить. Ну, то есть на будущее. Но пока что мы должны расставить вот эти штуки в... нужные места. Может также поставить один сюда, наверное. Давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас известняк еще здесь. О, кстати, там существо появилось. То есть они, видишь, появляются иногда все-таки. Я не знаю, оповестит ли меня игра о том, что на мои вот эти вот буры напало существо или нет. Или вообще они не будут нападать, а просто будут нейтрально относиться к моим технологиям. Это неизвестно для меня. Но так что мы это увидим. Обязательно увидим. Сейчас мы бежим обратно, где у нас бур стоит. Или может быть они не будут появляться в тех местах, где у нас стоят буры, потому что чанг все время прогружен. Вот это в том месте, где стоит бур. То есть это тоже интересный момент. Ставим еще один бур сюда. Пускай добывается все это. Оно, видишь, даже не использует никакую энергию. То есть там какая-то батарейка, видимо, стоит. Энерджайзер. Либо еще какая-нибудь. Бесконечная батарейка. Так. Это все собираем. Здесь у нас, разумеется, медь. Медь нам тоже нужна. И отсюда нам нужно будет тоже вести... тоже вести конвейеры. Конвейерные ленты. Так, а зачем я это? А, у нас медь. Давай медь еще найдем. Медь, покажи, покажи, покажи. А что тут далеко? Там железо. 337 метров, 14 метров. Не, медь, ребят, что-то далековато, если честно. То есть они им предлагают вести медь оттуда, на конвейерах. Далековато. Сейчас нам, ребят, нужно что сделать? Так, во-первых, нужно добыть немножко меди самому, вручную. Есть место, есть место. То есть, сейчас сами будем добывать медь, и пускай мне эта штука тоже помогает. Видишь, как долго добываем? А если автоматизируем процесс и будем заниматься своими делами, то, разумеется, медь будет приходить все больше и больше. То есть, мы это не будем даже чувствовать того, что мы добываем что-то, а у нас всегда будет медь в карманах. Вот в чем прикол. И также со всеми ресурсами, которые мы, разумеется, автоматизируем. Так, здесь мы пока сделали. И, кстати, эта штука добывает гораздо быстрее. Эта штука гораздо быстрее, чем я добываю. Так, что у нас получается сейчас по меди? 92. Давай добьем еще 8 штучек. Это будет ровно стак. Готово. Побежали. С известняком, наверное, тоже надо было добыть немножко. На 19 штук. А давай вернемся, кстати. Он где-то здесь должен быть, да? Собираем, разумеется, вот эту всю растительность. Я так понимаю, дерево тоже можно использовать как материал для топлива. Мы с вами это все попробуем. Известняк забираю. Для чего мне сейчас это нужно будет? Для того, чтобы строить конвейерные дорожки. То есть это обязательное условие. Видишь, известняк по одной штучке добывается, а медь по две. То есть известняк здесь идет как более... высокоуровневый материал. Почему высокоуровневый? Потому что он на третьем уровне этого. На третьем уровне вашего прокачки хаба. Ваша прокачки хаба достается вам. Ну, то есть, вам становится известно о известняке, и как появляется вот эта возможность искать его с помощью вот этой штуки. Только в тот момент, когда вы третий уровень хаба сделаете. Хотя до этого вы можете найти любой ресурс, так понимаю. Но сможете ли вы его добыть, неизвестно для меня. Вот листья. Листья, кстати... А, вот видишь, прикол в чем. У нас не работает ничего.
значит энергия не потребляется. И поэтому, видишь, один лист очень медленно... Ну все, супер. То есть, как я и хотел, все так и делается. Так, здесь мы должны поставить любую руду. То есть, мы можем либо медь поставить, либо железо. То есть, это уже по нашему усмотрению. Давай медь поставим. Медь поставим сюда. И пускай делается. В данный момент это все вот так вот работает. Давай посмотрим, что нам нужно для этой штуки. Здесь нужны металлические пластины, железные пластины. А здесь нужны железные пластины, известняк. Так, и получается прутья. Стальные, да? Железные. Ой-ой-ой, как сложно это все, а? А почему железный прут не могу сделать? Нужен железный слиток. То есть не из железных пластин делаются пруты. Окей. То есть нам сейчас нужно просто бежать за железом. К бурам. И добывать его. То есть мы, видишь, транспортные дорожки, вот эти вот транспортные ленты, не так уж и легко сделать, как казалось бы. Ну, то есть ресурсов просто-напросто не хватает. Интересно, могу здесь несколько буров поставить? Я думаю, что тоже могу. Но с этим тоже по-любому будет трудности потом в будущем. Ну, возможно, здесь эта жила не бесконечная, хоть и дает довольно-таки много. Мне кажется, она не бесконечная все равно. Давайте еще один такую же плавильню поставим. То есть одна плавильня у нас плавит, получается... То есть нажимаем Q, получается железо, да? Вот, транспортные ленты появились, фундаменты появились. А для чего фундаменты здесь нужны? Это чисто себе домик построить. И стены для фундамента. Вот конструктор еще есть. То есть он может делать... Ну, видишь, транспортных лент я не могу построить нормально. Смысл мне сейчас конструкторы ставить? Не, по сути есть смысл, потому что мы максимально упрощаем все производство. Давай поставим, ладно, так уж и быть. Сколько он стоит? Два кабеля и три укрепленных железных пластин. Блин, укрепленные железные пластины очень много стоят. Очень много требуют. Поэтому нет. Давайте потом. Окей, сейчас тогда что делаем? Сейчас нужно еще одну такую же штуку поставить. Плавильню. То есть мне сейчас нужно 8 этого и 5 этого. Этого есть и 8 медных, да, получается. Медь вся у меня здесь. Из медных слитков делаем проволоку. Я почему-то не могу делать проволоку. А, не хватает места в инвентаре, понял. Понял. Наконец-таки наступило то время, когда у меня нет места в инвентаре. Ну окей, скидываем пока что все сюда. Вот что мне не нужно? В принципе, буровые установки мне не нужны сейчас, в данный момент. Вот эти вот всякие еда и прочая ерунда мне тоже в данный момент тоже не нужна. Потом, конечно же, обязательно нужно будет. Вот дерево. Дерево тоже скидывают. Надо будет проверить обязательно насчет дерева. То, что как материал для топлива, для... О, железная руда у нас здесь. Это моя. То есть вот она у нас есть. Железная руда здесь. Забираем. Это что такое? Орехи тоже здесь оставим. То есть пока что то, что мы не используем, мы скидываем. Вот и все. Сейчас смотрим, что. То есть проволоку мы можем сделать. Нажимаем Q, плавильня. Так. Нужно поставить так, чтобы не было... проблем. Ну, блин, проблема уже создается. Давай, знаешь, как поставим? Вот здесь, вот сзади. То есть почему сзади? Я буду прикреплять... А, не, сзади уже нельзя. Не, сзади нет смысла. Давай лучше тогда так поставим. Вот так ставлю. Не знаю, получится нормально сделать или нет, но в итоге, как бы я пока что в своей голове представляю, как это будет в конечном счете выглядеть. То есть здесь просто вставляем руду железную. Там у нас медь, здесь железная руда. Так, это тоже железо. А меди у меня больше нету, да, получается? Можно, в принципе, уже бежать. А, мы не подключили же. А как подключение, кстати, идет? То есть я могу вот эту вот штуку к этой подключить? Нет, не могу. И к этой не могу, потому что слишком далеко находится. А здесь я не могу поставить, потому что у меня не хватает прута. Господи. От одного к другому идем. Прут. Железный прут такое нужно. Нужно создать такое. Железный прут. Давай побольше создадим. Мало ли там несколько штук нужно было, я не заметил. То есть создаем теперь вот такой вот электростолб. Пока что создаем его, знаешь где? Вот здесь, вот возле...
нашего, нашей первой плавильни. И сюда присоединяем. Блин, у меня нету! Господи, почему с ресурсами такая беда? У меня нету этого кабеля. Но я могу создать. Все, готово. Здесь, отсюда. То есть 4 присоединения может быть. Присоединяем сюда. А, то есть вот в чем прикол. А как удалять, я забыл. F. Сносим. То есть мы должны присоединить эту штуку к этой штуке. И от этих штук уже сюда. Вот оно как работает. Ничего себе. Вот это поворот. Эта штука подключена, видишь, но горит желтым, потому что нет ресурсов для того, чтобы изготавливать что-либо. Так что забираем медь и просто бежим сюда. Здесь у нас железо. Видишь, я не могу просто в данный момент привезти ленты, потому что у меня нет ресурсов для лент. И вообще это довольно-таки дорого в данный момент для меня. Но как только мы этим займемся, ребят, это будет вообще все супер. То есть забираем здесь железо. Здесь забираем еще железо. Железа, конечно, у нас уже очень много. То есть нам сейчас хватит железа уже на ближайшие 2 серии, я думаю. Так, ну помимо этого, у нас здесь медь. Медь тоже нам нужна. Вот с медью у нас проблема, потому что у нас всего лишь один источник меди. А точнее, одна жила медная. И она далеко, вот что мне не нравится. То есть придется проводить прям гигантский путь. Прям гигантский путь придется делать с помощью этой ленты. Видишь, кстати, не появляются новые цветочки на этой штуке. А я могу лазить? Офигеть! Можно лазить, ребят. Там сверху что-то есть. Я боюсь пока что туда идти. Мало ли, что-то опасное будет. Вот это поворот. Так, побежали, 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 побежали. Сейчас докину сюда немножко железа. Железо, железо, железо. Здесь 55. К примеру, вот железо, да? Хопа, 100. Здесь берем, хопа, медь. Хопа, 100. Готово. И теперь нужно заниматься, наверное, конвейерными лентами, правильно? То есть, если мы здесь все автоматизировали более-менее, то надо начать уже действительно ленты делать. Ленты у нас делаются следующим образом. Нам нужно много цемента, много стальных пластин. И много прутьев. Давай с цементом разберемся. То есть все теперь переводим в цемент. Весь известняк. Готово. Цемент готов. Дальше делаем что? Железные слитки по максимуму. Потому что они так и так нам нужны. Так и так идут на... Получается... Производство железных пластин и железных прутов. Видишь, как долго? Ну ты видишь, как долго все это делается. Как же это долго. То есть, мне нужно еще и сюда потом ходить, да? Забирать здесь. И здесь, и там. Но медь, видишь, не нужна. Здесь только железо нужно. И вот так по одному, по одной штучечке ты делаешь себе железо. Хотя мог, по сути, автоматизировать процесс тем самым, что поставил бы несколько плавилин, да? 2 штуки, к примеру. То есть разделил бы конвейер с железной рудой. Ну, то есть она сначала по одной ленте бы шла, потом на 2 ленты бы разделялась. И к 2 плавильням бы как раз-таки отходила. То есть это в 2 раза ускорили бы процесс, потому что у нас жилы целых 2, как минимум, подключены с железной рудой. То есть, а можно подключить еще больше. Ну, я не знаю, мне, в принципе, я думаю, что хватит пока что делать этих штук. Ну, видишь, там железные пластины используют. Железные пластины тоже делаются очень-очень-очень долго и очень муторно. То есть, вот, давайте до 120. Здесь делаем железные пруты. Я надеюсь, эта штука не перегреется там. Здесь делаем до того момента, пока останется ровно 100 железных пластин. И ровно 100 железных пластин тогда и сделаем. Вот. И теперь железные пластины. Там у меня уже было какое-то количество, то есть... Сейчас, видимо...
Смотрим чисто по максимуму. Пока не кончится материал, будем сейчас делать это все. И заодно сейчас, наверное, остальную руду, которая у меня останется, скинем в конвейер. Плавильню. Опа! Надо будет, наверное, поменять местами. Плавильню для железа и плавильню для этого. Потому что это дальше находится, как раз таки оттуда будет идти. Ну да, поменяем местами обязательно. Главное здесь ничего не перепутать. Так, смотри. То есть, смотри, как мы это делаем. То есть, я могу подключить сразу эту штуку? Не могу. То есть, я просто не понимаю, каким образом все это реализуется. Давай проверим просто сначала, для начала все это, как это все делается. То есть, к примеру, если у нас здесь вход. Строим. Я надеюсь, я все правильно построил. Неправильно построил. Та-да-да-да! Сразу ошибка в первую же секунду. То есть, F это удаление. Нажимаем. А, вот, транспортная лента, она подключается сюда. Понял. Понял, но ничего не понял, если честно. Ну, допустим, так. Вот, работает. Лента уже работает, ребят. Но я не понимаю, как делать эти повороты. Блин, как же это тяжело-то, однако. Ну, давай попробуем сделать так, к примеру, да? А, то есть мы можем сначала поставить, а потом уже поворачивать. Все, понял. То есть вот так это работает. Хорошо. Здесь. А-а-а, так вот оно как делается. Я могу прям... вот оно как делается, офигеть. То есть ленту удаляем. Эту штуку удаляем. Эту штуку удаляем. И здесь просто ставим, наверное, такую стойку, правильно? К примеру, да? Вот здесь ставим стойку. Здесь ставим ленту. Почему она так идет? И вот она сюда подводится. Охренеть, как же это круто замудрено, да? И вот насколько она может идти, вот мне интересно. То есть я ставлю такую вот фигню. Вот такую вот фигню ставлю, да, к примеру? Давайте отбежим подальше. Вот сюда. Не, давайте подальше, подальше, подальше. Прям уже к этой штуке. То есть, к примеру, здесь ставлю так. Здесь делаю так. Видишь, до сюда она уже не дотягивается, понял. И вот она у нас вот так вот идет, смотри. Вот и построили. Вот и построили все, офигенно. Супер. Она дотягивается до сюда? Дотягивается. Просто волшебство какое-то. Посмотри, какое расстояние, ребят. Я просто думал, на таком расстоянии она не идет. То есть конвейер работает действительно, вся лента в полной боевой готовности. Теперь осталось лишь... Да, она, видишь, здесь тоже красиво все идет. Осталось лишь доделать что? Чтобы вот этот вот ресурс... Я, правда, не знаю, как это работает. То есть отсюда нам как-то нужно выводить этот. А как это работает? То есть, а как это сделать-то? Каким образом? Или мне нужно здесь какую-то другую штуку ставить? У строения есть порты для входа и выхода. А здесь где входа и выходы? Здесь же нет входа и выхода. Я вот этого не понимаю вообще. Здесь же нет входа и выхода. Как я отсюда буду транспортировать нужный мне объект?
Допустим, сюда поставлю. Будет работать? Пока что не вижу, чтобы что-то, что-либо работало хоть. Я не понимаю, честно. Я не понимаю. Я понимаю, что эти штуки работают, но не понимаю, как сделать так, чтобы из этой штуки, из бура, мы доставляли как раз-таки материал сюда. Может быть, нужны специальные какие-то новые? Ой, как тяжело. Ну, прикольно то, что можем вот так вот делать. Ничего не нажимаешь, спокойно доехал до нужного места. Это понятно, но это мне не нужно, то есть это мне не нужно. Так, давай выключим пока что. А, хотя там ничего не производится, значит, все нормально. С этим все понятно, но я лично все равно не понимаю момента, когда мы должны из бура переносить. Может быть, у нас все-таки будет... А, вот оно, майнер. Я понял. Я все понял, ребят. Нужны, короче, еще железные пластины. Кабель. И все остальное у меня есть. Пипец. Я все понял. Нам просто нужны специальные вот эти буры. Это буры без возможности с них собирания автоматического. То есть это просто буры. Просто ускоренные, так скажем. Буры. Здесь тогда все забираем. Здесь все забираем. Но прикольно все. То есть действительно все просто. Я, видите, просто не знал, то, что у нас будут присутствовать новые буры. Так. Пластины, разумеется, делаем. Там 100 пластин вроде бы. А, у меня 100 хватает же. И что получается? Ну да. То есть сюда запихиваем. Это плюс это. Это запихиваем, это запихиваем. И цемент запихиваем. Готово. Ебой, 4-й уровень. И что получается? Сколько стоят эти буры новые? Смотри, у нас здесь какая-то штука новая появилась. А, еще один генератор биомассы. Смотри. Офигеть. Дополнительный генератор биомассы и новые здания. Молекулярный анализ, новое задание. Ну что, тогда сюда тоже вкидываем, наверное. Нет, сюда я вкину, ребят, тогда получается дерево. Дерево, да, попробуем. 100. Давай проверим, может быть, здесь в описании что-то написано. В основном используется в качестве топлива. Все супер. Все супер. То есть для строительства, я так понимаю, оно не особо важно будет. Ну, видишь, пошло дело. Все пошло дело. Ну все. Давай смотри тогда, сколько стоит новый этот... А где он? Производство, да, наверное? Вот, майнер МК. Нужно... А, все-таки нужно все равно ставить бур. Ну вот это все равно хорошо, почему? Потому что ты один бур, получается, заменяешь, который стоял, вот он, к примеру, стоит. Ты его заменяешь на нужный тебе новый бур. Вот в чем прикол. Все, поднимаем бурильщик. Здесь мы что располагаем? Здесь мы нажимаем Q и, разумеется, ставим майнер. А я его не могу поставить, да, как я хочу. Здесь обязательно нужно ставить так, как хочет сама игра. То есть удаляем вот эту тогда дорожку. Вот эту дорожечку удаляем. И здесь уже ставим сам майнер. А, могу я его повернуть, окей. Готово. Супер. Супер-дупер. А что дальше? Во. То есть я просто думал, то, что не получится соединить. Окей, но проблема, смотри, в чем. Он не будет работать без электричества. То есть нам в любом случае нужно проводить столбы. То есть берем столб. Нам нужны проволоки, понял вас. Возвращаемся сюда. Сюда будет железо приходить. То есть мы все высунули, да? Да, здесь нужно будет ставить железный слиток. Готово. И что мы здесь делаем? Проволоки нам нужны. На проволоку мы можем сделать хоть миллион этих проволок. И кабелей нам нужно, наверное, сделать пару штук. Готово. Кабели, кабели, кабели. Это все мы сделали. Дальше мы делаем вот этот вот столб.
Нам нужна не одна штука, нам нужно много таких, наверное, штук. Мне интересно, докуда она сможет дойти. Ну, где-то, наверное, до сюда, не дальше. Мне нужно будет запитать две таких штуки, поэтому одну ставим здесь. И, разумеется, запитываем. Это подключается сюда, это подключается сюда, это подключается сюда. А вот это подключается вот сюда. Готово. И здесь уже запитываем, получается, еще один бур. Но при этом мне нужно вот этот бур снять, получается. Открываем, поднять бурильщик. Нажимаем Q, майнер МК. У меня не хватает материалов, супер. Как я и хотел. Кстати, все работает. Вот оно, ребята. Пошло дело, пошла работа. Вот это супер, конечно. Наконец-таки. Но проблема в чем? Мне нужны какие-то специальные коробки для сбора. То есть, типа такого личного ящика хранения, только для ресурсов. Сканер объектов, сжигатель биомассы. Видишь, специально можно ставить в другом месте уже космический лифт. Чё? Чё за космический лифт? Это типа мы должны собирать ресурсы для того, чтобы там что-то закончить, да? В космосе. Вот, смотри, завершить космический лифт, фаза 3. Чё это такое? Там уже дальше какие-то супер невероятные цели перед нами будут стоять. Окей. Окей, окей, окей. Ну, я не понимаю, у нас есть вообще какие-нибудь плавильный конструктор, мастерская, стены, организация, контейнер для хранения. Вот что мне нужно. Мне нужен контейнер для хранения, для этого мне нужны железные пруты. Делаем. На максимум, просто на максимум делаю. Потому что мне эти железные пруты потом будут нужны. Вон, смотри, едет все, все едет как надо. Так, и контейнер для хранения я поставлю где-нибудь здесь. Это все забираю, чтобы не мешало. Здесь у меня будет стоять контейнер для хранения мой. Мой личный. Прямо за этой штукой. Q, контейнер. Так, это выход. Здесь даже можно... Окей, это интересно. То есть можно даже на выход ставить эти контейнеры. Смотри, контейнер можно на контейнер поставить, серьезно? Ну это пока что я не буду реализовывать, но это интересно, слушай, вообще классная тема. Могу ли я соединить один контейнер с другим контейнером? Вот что мне еще интересно. О, кстати, загадочные листики какие-то. Я, кстати, не замечал то, что эту штуку можно взять. Так, хорошо. Здесь я все реализовал. Мне нужно просто вот отсюда провести его сюда. Но прикол в чем? Здесь будет железо, к примеру, да? Я ж могу сюда зайти постоянно, да. Здесь будет железо. Но могу ли я еще один контейнер, конвейер, точнее, привести вот сюда, вот, чтобы еще и медь туда складывалась? Это для меня сейчас пока что остается загадкой. Здесь мне... А, подожди, я ж могу просто соединить, правильно? Да. Готово. Давай проверим заодно. Не могу. Видишь, не могу. То есть для этой штуки мне нужно будет отдельный ящик. Давай-ка тогда сразу его скрафтим, наверное. То есть нажимаем Q. Контейнер. Наверное, так, да? Мне не хватает материала, правда? А чего мне не хватает? То есть можно вот эти штуки взять. Но все работает как надо. Мне железных пластин не хватает, если не ошибаюсь. Я могу отсюда брать? О, нифига себе, даже так можно. Удобно. Так. Блин, у меня слитков-то дофига на самом деле. Делаем слитки. И делаем пластины опять. А может быть, мне слитков не хватало? Давай проверим. Нет, пластин, все правильно. Ну, давай поставим сверху. И попробуем сделать, как я и хотел. Там что-то почему-то не плавится. Почему такая пауза была? Странно все это. Ну ладно, без разницы. Почему-то была пауза. Делаем конвейерную ленту и проводим ее наверх. Не хватает средств.
Вы вступаете на чужую территорию. А, вот почему. Понял. А вот эту штуку, я могу ее вверх поднять? Ладно, я сделаю тогда так. Здесь мы уже не будем вступать на чужую территорию. Сделаем так. И сделаем так. А, видишь? А, не хватает, блин, господи. Что ж такое-то? Почему так все время получается? Блин, железные пластины долго крафтить. То есть для одной железной пластины мне нужно два, получается, железного слитка. А железные слитки, видишь, как долго они появляются у меня. То есть мне нужно по 10 минут стоять и нажимать. Готово. Ой. А что здесь железный слиток делает? Не понял. Откуда? А, здесь же железо у меня стоит. Здесь надо поменять, кстати, да, на медь. То есть здесь у нас будет медь идти. Отсюда выводим сюда. Теперь, наконец-таки, мне всего хватает. И мне нужно теперь поставить, сделать так, чтобы сюда пришла медь, ребят. А, да, я еще хотел же этот сделать. Еще один этот поставить. Ну, я не понимаю, как соединять их. Это, скорее всего, в будущем, да, у нас будут специальные ленты. А пока что таких лент нету. А пока что таких лент нету. Разъединительных всяких. Или все-таки есть. Пустить по направляющей, повернуть. В смысле... Scroll down, это понятно. Строить, вернуться в строительное меню. Hold left control. Пустить по направляющей. Что это значит? Короче, ребята, я не знаю, что это значит. Так, ну эту штуку нужно запитать. То есть берем эту штуку. И вот сюда вот присобачиваем. Она работает, но при этом у нас нету здесь, получается, того, что нам нужно. Конвейерной ленты. А как сделать так, чтобы еще конвейерная лента сюда именно шла? Непонятно. Непонятно. Так, хорошо, здесь мы разобрались с вами. Давайте тогда здесь сразу... Где-то вот здесь, да, наверное, поставим вот эту штуку. Ставим, отсюда выводим. А, не хватает средств. Я вас понял. Я вот не понимаю. А, no power, видишь, не хватает энергии. А почему? Потому что здесь у нас нет больше листьев. Листья очень быстро заканчиваются. То есть настолько быстро еще листья не заканчивались никогда у нас. То есть нужно будет искать другой источник. Другой источник нужно будет искать, чтобы у нас листья так быстро не заканчивались. Вот такие дела. Сейчас пока что ночь. Это лепестки, получается, да? Используются в производстве. В производстве чего, пока что непонятно. Хорошо. Но меня все устраивает, на самом деле. Мы все красиво сделали с вами. Все как надо. Все как надо. Но мне опять-таки нужны ресурсы для того, чтобы... Для того, чтобы... Короче, с хабом мы потом разберемся, я думаю. Видишь, сканер объектов. Это, видимо, можно будет вообще сканировать все, что ты хочешь. Не с помощью твоего ручного сканера. То есть ты подходишь к сканеру, ну, а может быть и ручного. Но я думаю, что подходишь к сканеру и спокойно, без проблем, смотришь, где какие ресурсы находятся. Так, это во-первых. Во-вторых, нам нужно сделать... О, биомасса. А, о, умай. Смотри, мы сделали биомассу. То есть биомасса, это, наверное, то, что нужно. То есть берем отсюда штуку эту, забираем. Отсюда листья забираем. Сейчас попробуем... И отсюда дерево, наверное, забираем. Здесь тоже должно быть до 19. Ладно, листья пока что, наверное, оставлю все равно. Чтоб работало у нас.
пускай на листьях пока что работает. Я так понимаю, можно переработать, видишь, дерево в биомассу, и биомасса уже будет гораздо дольше сжигаться. То есть на биомассе все будет работать гораздо лучше. Нет места. Блин, а что скидывать-то? Мне все надо, все надо. Пипец, и скидывать нечего. Все, пойдем скинем, попробуем биомассу сюда. И чё? Она не работает на ней? А, вот работает, окей. Да, ты посмотри, как она питается нормально. Она идеально питается, то есть она вообще очень медленно сжигает. Да, видишь, она очень медленно сжигает одну единицу биомассы. Жалко, что их только 200 может быть. То есть листьев может быть 500, да, и биомасса всего лишь 200. Но при этом дерево-то у нас всего лишь 100, ты мог закинуть. То есть это вообще увеличивает все, что надо. Делает все, как надо. Так, здесь мы разобрались. Здесь, кстати, могу залезть? Могу. А что наверху? Ничего. Здесь у нас вроде бы тоже ничего не появилось нового. У нас компьютер есть, но их нельзя никак пользоваться ими. Ой, здесь, кстати, холодильники всякие у него появились. Прикольно. Супер-дупер. Супер-дупер, супер-дупер. Тогда скидываю биомассу пока что сюда. Эту биомассу сюда. Листики сюда. И нам нужно сейчас сделать конвейеры. То есть железные пластины, прутья и цемент. Давайте, наверное, лучше к цементу подведем, потому что цемент мне часто, когда нужен. Легче, наверное, у цемента сейчас сделать эту штуку. Но ему нужно и электричество подводить. А легче будет электричество к нему подвести, знаете как? От меди. То есть медь все равно нужно будет первую добывать. Почему от меди? Потому что медь как раз таки вон там сверху находится. И отсюда будет две штуки всего лишь нужно будет линии передач этих перевести. И как раз таки все. И мы дошли до сюда, чтобы запитать эту фигню. Так, можно ли сейчас поставить здесь, получается, майнер? Не можно. Потому что у меня нету цемента. Цемента-то у меня нет, потому что его нужно крафтить. У меня есть только известняк. Побежали, 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 побежали. Пока что изучать ничего не будем, ребят, то есть мир сам по себе. Пока что делаем то, что нас просит сама игра. О, кстати, смотри, как красиво, да? Сразу ярко как стало. Ой, солнышко появилось. Вот тебе на. Все как надо, все по красоте. Сейчас делаем тогда цемент. 36 всего лишь можно сделать. У нас 100 известняка, 36 цемента. Даже больше, чем 100 было. Готово. Дальше мы делаем, получается, вот эту вот штуку. Мы там поставили уже одну такую, то есть там транспортную ленту лишь осталось довести. То есть транспортная лента идет отсюда вот сюда. А, блин, точно! Не хватает. Вечно мне не хватает этого. Железных пластин. Блин, железные слитки так долго крафтить. Легче их отсюда взять. Давай тогда, может быть, так вот сделаем. Берем руду, сюда зафигачим. То есть, получается, вот эта руда, она не будет, да, заходить? Нет, будет, смотри, потому что она успевает переплавить. Я просто веду к тому, что она будет останавливаться, да, она будет останавливаться, и весь процесс производства будет немножко приостанавливаться. Хорошо, ну, меня, в принципе, так все устраивает. Делаем. Можно, знаете, даже как сделать. Все равно, пока у нас медь не добывается нормально, здесь поставить железные слитки и оставшуюся руду, которая у меня здесь есть. Железную. Зафигачь сюда. Пускай тогда так будет у нас пока что. А, ну да, она, видишь, туда пойдет. Ну и ничего, я перемещу потом. Хорошо. Пластины. Делаем по максимуму пластин. Надо будет еще железных прутьев сделать. Да, надо будет железных прутьев еще сделать.
штучек 20, да, к примеру. Подключить уже медь. Наконец-таки у нас будет хотя бы за всю серию, да, мы сможем автоматизировать этот сраный процесс. То есть 40 минут ты делаешь для того, чтобы автоматизировать процесс. Я бы сделал это гораздо быстрее, при условии, если бы у нас все это находилось рядом. Но так как нам приходится, видите, бежать далеко и строить вот эти гигантские пути, то есть здесь ресурсов, конечно, невероятное количество требуется для этого всего, получается. Все, теперь-то мне должно хватать. То есть, видишь, здесь ресурсы как используются? На каждый метр одна штучка такая используется. Опа, готовенько. Видишь, дальше она не идет. То есть нужно до сюда. Здесь, видишь, даже можно не ставить то, что мы на четверку ставим. Автоматически она ставится. Мы почти довели. Нам еще нужно будет ставить эту. Самбур новый. Не хватает средств. Ой, как сложно с этими средствами. Как же много они требуют от меня. Так, ну чё? Бур-то могу поставить? Могу, не хватает. То есть удаляем этот бур. Забираем здесь медь. И получается, ставим сам новый бур. Разумеется, он должен где-то здесь у нас выход иметь. Осталось совсем чуть-чуть, но проблема в чем еще? Нам нужно сейчас подвести еще ток. Ток под биток. Опа. Опа. И опа. Достанет? Как думаете? Достало. Ага, не хватает кабелей. То есть тогда делаем так пока что. И делаем так. А, не хватает даже так кабелей. То есть то, что я удалил, я сделал зря это. Потому что при удалении, видимо, дается материалов меньше, чем при создании. Окей. Оки-доки. Но я так и не понял, как нужно работать с двумя конвейерами. То есть, если у меня на один и тот же ресурс находится, да? Как мне это поставить? То есть, мне нужно ответвления какие-то покупать. Ну, то есть, не покупать, а открывать. Только после этого у нас будет все доступно. Еще руда у меня есть железная. Это известняк. Больше нет руды, кстати. Ну, то есть, можно уже даже сейчас уже ставить. А, то есть. Медный слиток. Закидываем. И медь будет делаться. А сейчас оттуда... Все железо заберем сверху, с верхнего контейнера. 100 штучек. И, разумеется, сделаем себе все, что надо. Это, разумеется, железная пластина. А мне что нужно было? Мне проволока, да, нужна и кабеля потом. Давай кабеля сразу сделаем. По максимуму. Готово. И железные пластины, разумеется. А, кстати, у меня железных пластин-то вроде бы... А, у меня нету железных пластин, я их потратил все-таки. Да. И цемент у меня все еще есть, но при этом все равно маловато у меня цемента. Давай еще вот это железо возьмем. 100 штучек. И сделаем еще 50 железных пластин. Мне нравится еще то, что можно конвейеры... ставить и на вход в этот контейнер, и на выход из этого же контейнера. То есть можно просто железо, да, пускать вот так вот, чтобы оно копилось вот здесь, к примеру, а потом, чтобы оно отсюда забиралось на, к примеру, как это называется, скажу. Вот мастерская, нет, не то, конструктор, на конструктор она ставилась, и конструктор это уже делал из железа следующую детальку. Так, нам осталось всего ничего, и мы с вами сделали, наконец-таки.
То есть здесь нам осталось чисто подключить эту фигню. Готово. Здесь нам осталось чисто подключить эту фигню. Готово. И все. И пошел процесс добычи. Пошел процесс, ребят, добычи. Вот она, наша любименькая руда. Но это не все, потому что мне еще нужно довести электричество до сюда. То есть, скорее всего, я, наверное, сделаю так. Где у нас эта штука-то? Мне не хватает, у меня нет проволоки. Тарарам, тарарам, тарам. Окей, тогда я сразу поставлю, наверное, эту штуку, как она там называется. Добытчик бур. Тогда, получается, это я забираю, а бур мы, получается, ставим здесь. Если мне не хватит, разумеется. Да, мне хватает ресурсов. Здесь нужно будет опять-таки конвейеры ставить. Ленты вот эти. Лента уже пойдет вот туда вот. Да уж, это, конечно, сложно все, но возможно. Давайте, ребят, я уже за кадром это доделаю. Я думаю, вы поняли, что я собираюсь делать. С вами был Лекс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписаться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании, шип канал. Это была игра Satisfactory. И мы уже, в принципе, близки к тому, чтобы автоматизировать процесс добычи трех ресурсов. Это получается известняк, получается железо и получается медь. Медь вот у нас идет. А оттуда она еще не дошла, получается. Видишь, как далеко она находится, вот эта лента. Мне даже надо проверить все равно вот эту ленту сейчас до конца. То есть, работает ли она в действительности. Все присоединено ли. Да, вот она идет. Она очень далеко находится. И, видите, очень придется долго ждать ресурсов. Так что будем стараться, будем все это, разумеется, организовывать. Уже в следующих сериях. С вами был Олег, спасибо за просмотр и всем добра.